Комбинат зеленого хозяйства закончил ряд важных работ по реконструкции газонов. Это улица Портовая, Колымское шоссе, сквер имени Болдырева и множество небольших точек, где также требовалось благоустройство. Сегодня приступили к большому проекту, который включает в себя не только облагораживание тротуара по улице Нагаевская, а еще и дворовую территорию, где в прошлом году закончилось комплексное обустройство. Рабочие уже приступили к подготовке грунта и засеву. Более подробно о задачах, которые необходимо выполнить, рассказал директор КЗХ Алексей Гаврилов. Комплекс работ именно по газонам включает в себя основные следующие мероприятия. Это уборка непригодного грунта, планировка, досыпка плодородного слоя толщиной не менее 5 сантиметров, а в идеале 15, соответственно, посев и полив его до всхожести, в среднем до всходов с момента посадки проходит 10-14 дней. Ежегодно проводится около 8 тысяч квадратных метров таких работ. В этом году их будет значительно больше, потому что в прошлом сезоне быстро наступили холода. Следовательно, из-за погодных условий трава бы не прижилась и просто перемерзла. Поэтому сотрудникам КЗХ не удалось выполнить все запланированные работы. Сейчас в плане благоустроить более 8 тысяч квадратных метров газонов.